Вот, но вторые сутки, где-то ночью к 12 часам, нам позвонил участковый Веденского района. И вот, говорит мой муж, он ему сказал, ты знаешь, где твой сын? Привели. Весь измученный, сбитый. У нас права человека объявлены западными ценностями, более того, ценностями вредными для Российской Федерации. Это вражеские ценности, это шпионские ценности. Вот. Такого никогда не было, такого не было даже в СССР. Мы во времена СССР говорили американцам, а у вас негры в коробке спят. Сейчас мы говорим по-другому, что это вот кого хотим, того и мочим. У него пальцы все этой проволокой повязаны были, током избивали его. Вот отсюда вот все пальцы и на ногах. Тоже? Да, сидит, да, да. Ожогу, да? Да, 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 от тока, да. После убийства Истемировой и после того, как там самые, пожалуй, активные сотрудники мемориала вынуждены были уехать, из республики, из страны многие, все эти дела пришлось вести нашим сотрудникам чеченским. В результате наши чеченские сотрудники в течение там нескольких месяцев все уволились. Потому что, ну, во-первых, это действительно было реально опасно для жизни, для тех людей, которые постоянно проживают в республике. Во-вторых, началось давление через семьи. Вот. И, в общем, вот получилось так, что мы остались без местных юристов. И было принято тогда вот такое решение, чтобы, значит, во-первых, обезопасить сотрудников, во-вторых, продолжать эффективно работать по вот этим весьма опасным делам. Мы решили, что юристы будут туда ездить посменно, 3 человека. Вот так это вот и до сих пор и работает. Постоянно ротируются, непонятно, кто из них здесь даже главный, не всегда понимают люди. И поэтому мы имеем возможность заниматься самыми неудобными делами. Я впервые здесь столкнулся с похищением людей, изучал эту тему подробнее, чтобы понять, как здесь работать. То есть они требуют, чтобы вы оставили их в покое, да? То есть... Официально они мне не говорят ничего. И при том-то они 100% знают, что это не мой сын взорвал машину. Участковый свидетель тогда был. Он полный рост на отказ пошел. Он официально мне заявил, слушай, говорит, хоть убей, я но не признаюсь. Нечего жить. Вот еще раз говорю, мы стараемся собрать доказательства, которые потом можно использовать в суде, которые можно использовать в официальном следствии, которые можно приобщить к материалам уголовного дела, либо использовать в суде. Запугивание нас, запугивание потерпевших и игнорирование полномочий Следственного комитета. Исходя из всего этого, я понял, что это давление. Вы опасаетесь, да, то, что это? Да, я опасаюсь, что за этого сына возьмутся конкретно. Я одного сына уже потерял. Второго, если я потеряю. Сам представь, что мне остается делать, а? Thank you.
Грозный, there is one superficial layer, and there is one more below it, where people suffer psychologically from the stress of not knowing what will happen to them in the future. And at some point, you go below the superficial layer and you understand that you are under constant possible danger, which is not visible, it's not really there right now, but it can be there anytime, and it's just unpredictable. Пришел в комитет, меня предупредили о том, что меня ожидают в Чечне, о том, что здесь рискованно, и многим моя работа не понравится. Но тем не менее я понял, что защищать тех людей, которым не на что рассчитывать, которых все считают изгоями, которые одни против системы, я посчитал, что это то, что это мое призвание. Я абсолютно убежден в том, что ситуация в Чечне, в частности, и в Российской Федерации, к сожалению, в целом тоже. Если говорить о власти Кадырова, то она, на мой взгляд, продолжает абсолютизироваться. Я спал. Жена открыла дверь, ворвались без маски, в камуфлированную форму люди туда. Сказали, чтобы я встал, оделся потеплее и вышел. Потом они сказали, что пришли за моим братом. Они сказали, что сейчас разберутся, если ничего нету, он домой придет сразу. Я не знал, что происходит, в общем, я думал, что тогда, когда эти исчезновения все были, я думал, каким-то образом он тоже может исчезнуть. Вот так это было. Мне бы хотелось большего результата, конечно. Я вам не могу сказать, что у меня не бывает, что мне в голову не приходит вопрос, а стоит ли, а сколько можно, ну и так далее. Вот, ну... Оказывается, она была закреплена, уже его вызвали на этот ислам. Ислам говорит, когда его там вот эти бутылки пластмассовые били по голове, когда его избивали, вот этот Мария Махаева, она непосредственно сидела, у него был какой-то телефон, она смотрела телефон, отвлекалась, уходила, звонила куда-то. И вот эти показания она подписала с легкостью. Протокол она даже, говорит, не ознакомилась, просто подписала и ушла оттуда. И такой бардак здесь, не знаю. Эти начальнички милицейские, которые там любили заниматься и публичными казнями, и могли на глазах у всей улицы там человека застрелить, только потому, что он там с точки зрения этого начальничка что-то... Сейчас они оглядываются, потому что они понимают, что вот какой бы ты большой начальник не был, но однажды к тебе могут прийти на твою базу, где ты там незаконно людей удерживаешь в подвале месяцами, и обыскать ее, потому что мы вот этого там добились. Это важно. Это крайне важно, наличие наших юристов там, для обычных чеченцев, которые страдают вот от этого беспредела.